Привет, криптоманы, с вами Олег Квартовый на канале Криптомании. И сегодня у нас на обзоре Juicy Airdrop. Это платформа социальных сетей, работающая на блокчейне Ethereum. И нам здесь за выполнение задач обещают 65 тысяч токенов JUI на общую сумму $13 и 7,5 тысяч токенов за каждого приглашенного. И заявленная стоимость одного токена составляет 0,002 доллара. Итак, поехали. Переходим по ссылочке, попадаем мы в Telegram-бот, нажимаем старт и разгадываем капчу. И перед нами появились задачи, которые нам нужно будет выполнить. Три задачи обязательные. Это подписка на 2 Telegram, подписка на Facebook, подписка на Twitter и ретвит закрепленного сообщения. И далее идут необязательные задачи. Их выполняем по желанию. Также будет проходить лотерея. Пул составляет 2 эфира и плюс 16 тысяч долларов. Будут розыгрыши каждый месяц. И 10 случайных людей, которые будут активны в соцсетях, получат награды. Также здесь будут награды для топ-рефералов. И есть программа Bounty. Кому это интересно, можете перейти по ссылочке и ознакомиться. И ниже находятся ссылочки, переходим по ним и выполняем задачи в Telegram-боте. Первое — это Telegram. Переходим, присоединяемся, пишем короткое приветствие, возвращаемся в бот, присоединяемся к Telegram-каналу, присоединяемся, возвращаемся. Далее у нас идет подписка на Facebook. Окей. Здесь нажимаем «Нравится». Возвращаемся в бот. Следующая задача — подписка на Twitter и ретвит закрепленного сообщения. Нажимаем «Читать» и делаем ретвит этого сообщения. Лайк, ретвитнуть и коротенький комментарий. Возвращаемся в бот. Далее у нас идут необязательные задачи. Я выполню LinkedIn и задачу на YouTube. Здесь нажимаем «Отслеживать». И задача по YouTube — подписка и лайк нашего видео. Переходим по ссылочке, подписываемся и делаем лайк вот этому видео. Ставим лайк и возвращаемся в бот. Все, остальные задачи я выполнять не буду. Нажимаю «Submit you data». И нас просят отправить ссылку на свой профиль в Фейсбуке. Вставляем и отправляем. Следующее нам нужно отправить — имя пользователя в Твиттере. Отправляем. Так, следующее. Если мы делали подписку на LinkedIn, то нажимаем «Да», если нет, то пропускаем. «Да». И нам нужно ввести ссылку на свой профиль в LinkedIn. Для этого переходим мы в LinkedIn. Здесь нажимаем «Профиль» и «Смотреть профиль». И в браузерной строке копируем ссылочку и вставляем ее сюда. Следующее, если мы подписывались на YouTube, то нажимаем «Да». Если нет, то пропускаем. И нас просят ввести ссылку на свой профиль в YouTube. Переходим на свой канал и в браузерной строке копируем свою ссылочку. Копируем до вопросительного знака и отправляем. Следующее у нас спрашивает, делали ли мы подписку на Steemit. Я не делал, пропускаю. Следующий шаг я тоже пропускаю. Следующий шаг также пропускаю. И нам нужно ввести свой адрес Ethereum кошелька, Miser Wallet или MetaMask. И нас предупреждают, что не нужно отправлять адрес с обменников. Вставляем и отправляем. И здесь нас спрашивают, будем ли мы принимать участие в лотерее. Я пока не буду.
Появляются кнопочки, нажимаем на баланс, смотрим. И у меня на балансе 50 тысяч токенов. Также сразу получаем свою реферальную ссылочку, копируем, приглашаем и зарабатываем дополнительно 7,5 тысяч токенов за каждого приглашенного. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!